Ну нихуя себе, сказал я себе. А спонсор сегодняшнего показа сайт foodpack.ru. Это то место, где вы можете открыть крутые пакетики и вывести свои монеты на свой аккаунт FIFA. А если вам удобно, вы можете это сделать и деньгами. 200 бесплатных FIFA поинтов также прилагаются на первое открытие паков. Ссылочка на сайт в описании. Объявляется охота. Гаррет Бейл 91, Абумьянг 87, ну и всякие пиздюки на замене. Первый промо-набор, 15 тысяч FIFA поинтов. Хорошее начало, ничего не скажешь. Димария на обложке. О, нормальная звезда, пацаны. Хорошая звезда. О, боже мой. Иди нахуй, пожалуйста. Бля, я на самом деле проснулся только что, а на часах, если вам интересно, вдруг 21:40. Такой вот у меня график жизни охуительный. 21:40, я просыпаюсь только сейчас. Это просто капец какой-то. О, 69. В последнее время меня 69 очень активно преследует, после того, как Гена Миллер ко мне заскочил. Опять 69, сука! Опять 69! Чувак, опять 60, ты посмотри на это! 69, так и будет вальс 69. Да? Да. Думаешь? Ебать! Что это? Что? Бля, чувак, это бред какой-то! Это что такое? Три пака подряд! Три пака! Окей, форвард, но это явно не Агуэра. Давайте скипнуть, попробуем. Может быть, что-нибудь из этого выйдет. Я верю, что скип иногда помогает. И, кстати, помогает. Ну, конечно, хотелось бы Гризманчика увидеть, но связка из Атлетико Мадрид падает. Габи плюс Гамеро. О, нормальная звезда. Блять, да ты бесишь нахер. Ой, блять. Две более-менее нормальные звезды и оба, блять, ебаных ублюдка падает. Че ты ржешь, блять, уебок? Пожалуйста, один волкаут хотя бы. Сегодня у меня будет или нет? Промопаки полное говнище, пацаны. Из года в год нихуя не меняется. Восхитительно. Превосходно. О, да вы серьезно, блядь. Ну сколько можно-то? Да дайте мне что-нибудь уже, камон. Я уже потратил сколько там FIFA поинтов. Че за дерьмо у меня падает? Пацаны, мне в последнее время так не везет с этими паками. Это просто пиздец. Я два стрима подряд сливал по 30 тысяч рублей. Сейчас открываю, блядь, снова на 12 тысяч FIFA поинтов. Это снова 6 тысяч рублей. Мне падает опять нерарное говно. Вы посмотрите, блядь. Я более чем уверен, что у EA Sports есть специальная хуйта такая, которая называется «Вычисляем богатых людей и даем им хуй, желательно побольше». Они заходят, туп смотрят, кто тратит больше всего денег и тому нихуя не дают. Или же смотрят, что, допустим, у чувака на аккаунте миллионы лежат. Они видят это и типа, блядь, нахуя ему что-то давать, если у него и так миллионы на аккаунте, и он бесконечно открывает эти паки. Потому что по-другому объяснить я это никак не могу. Чуваки, дайте мне дельный совет, я вас очень прошу. Что мне делать, чтобы мне в этих гребаных паках начало уже наконец-таки вести? Сменить аккаунт, продать там, не знаю, не, монеты продавать я, естественно, не буду. Ну, типа, купить кого-нибудь там, не знаю, за эти монеты. Что-нибудь посоветуйте мне, пожалуйста, если кто-нибудь реально шарит, как избавиться от этого гребаного проклятия. Там, не знаю, в церковь можешь сходить, там, не знаю, святой водой облить себя. Я хуй знает, что делать. Это просто пиздец какой-то. Пока я открываю эти отвратительные и унылые паки, у меня есть одна новость, я завтра гоню в Питер. Хотя этот видос выйдет, наверное, уже в тот день, когда я уже буду в Питере, возможно, опять 69, понятно. Ну, короче, будет сходочка, встреча с подписонами, там, хуё-моё, поэтому, если что, пригоняйте там. Хотя, опять же, я говорю, я буду уже в тот день в Питере, поэтому это, наверное, бессмысленная информация. Японский 69, охуенно. Опять 69. Блять, второй пак подряд 69. Какого члена? Мне падает итальянский Месси. Вероятнее всего, это будет мой последний покупинг на канале, потому что это просто тотальный пиздец. Опять же, сколько денег я слил и сколько я получил, но это, блядь, даже сопоставлять глупо. Так что, пацаны, все в ваших руках. Если вы хотите, чтобы я продолжил открывать пакетики дальше, вы должны мне реально что-то годное предложить в комментариях. Типа, там, какой-нибудь совет или еще что-то. Как, блядь, мне нахуй очиститься? Что мне делать? Просто создавать отдельный аккаунт и там открывать паки, но это не дело. Потому что, типа, блядь, на этом аккаунте у меня уже дохера монет. Или, возможно, стата у меня слишком в плюсе, я не знаю. У меня стата 171, 11.67. Блядь, ебать, он улыбается, сука. Теперь мне нужна ваша помощь. Реально, вот просто возьмите сейчас, поставьте лайк под этим видосом. Напрягите все ваши извилины. Направьте всю силу ваших мыслей на этот промо-пак. И просто думайте о том, что мне выпадет нечто охуительное. Я более чем уверен, это должно сработать, я буду открывать еще вебкой. Ну, то есть, то бишь, вами. Поехали. Сейчас будем пробовать эту тему. У! Нормальная звезда! ЦП, Джака, блядь!
это лучший игрок на сегодня. Типа, практически сработало. Включает два игрока, один из них редкий. Блять, это охуительный пак. Знаете, пацаны, что очень сильно раздражает? Что Уэлкаут постоянно палится, блять. Ну, вот эта вот тема, когда игрок из-за пака выходит. Потому что, когда выходит игрок из-за пака, вот это вот место замирает. Вот эта вот пустота замирает на несколько секунд. Если не замирает, значит, все, типа, не будет Уэлкаута, и значит, у вас падает полное говно. То есть интрига абсолютно пропадает. Опять 69, Рафа. Please. РР выпал. 82 рейтинг. Стоит ли он что-нибудь? Типа какие-то копейки стоит. Я не знаю даже, о чем думать. И понятия не имею, о чем говорить. Просто полная хуйня. Это все, что у меня сейчас в голове находится. 2200 фифа-поинтов еще доначу. Просто на фоне пооткрываю, я даже говорить ничего не буду. Ну, типа, если что-то выпадет, выпадет, не выпадет, ну, бывает. Ой, блядь, это просто пиздец. Нихуя просто не падает. Просто катастрофа. Все, пацаны. Я реально на полном серьезе думаю, что это был мой последний покопинг в этой гребаной части фифа. Спасибо всем огромное, что дотерпели до этого момента. Давайте, решайте сами судьбу. Продолжать мне открывать эти гребаные паки или нет. Ставьте лайк, если вы хотите, чтобы я открывал паки дальше. Ставьте дизлайк, если не хотите. Все. Это полный пиздец. Пойду напьюсь с горя.